Сегодня проводится шествие национально-патриотических организаций против олигархов и коррупционеров. Проводит его Русский национальный фронт, а также организации, входящие в постоянно действующее совещание национально-патриотических сил. Там множество организаций, будет здесь множество флагов, будут выступающие на митинге, но в целом нас объединяет неприятие этого политического режима, а также той фальшивой оппозиции, которая не желает ничего менять, желает сменить только персон на политическом олимпе, но систему хочет оставить точно такую же. Вот с либеральной оппозицией нам не по пути, поэтому мы проводим свое собственное шествие со своими собственными требованиями, которые будут включать также и требования гражданских активистов в отношении руководства Москвы, которое разоряет город самыми чудовищными средствами, и руководство Московской области, которое тоже застраивает там, историко-культурные памятники, продает земли непонятно кому и для чего. Вот эти требования у нас будут не только относиться к регионам, но и в целом к федеральным проблемам, среди которых и миграционная политика, и национальная политика, экономическая политика, разрушение здравоохранения, науки, образования. Все это каждый из нас хорошо знает и сталкивается с этими проблемами каждый день. Понимание в народе уже есть, что при таком режиме жить нельзя, теперь надо объединяться, чтобы этот режим не привел к власти вновь человека, который займет еще один президентский срок и уж тогда разорит нашу страну в дым. Надо спасти хотя бы то, что осталось, поэтому людям надо включаться в нашу общую деятельность национально-патриотических сил. Вступайте в Русский национальный фронт, в коалицию, которая включает различные организации. Вы сможете найти для себя те, которые вам ближе. И включайтесь в работу в социальных сетях, проводите организационные собрания в регионах. Мы не должны допустить прихода к власти новой генерации олигархического режима, который готов сменить лица, но не готов ничего менять по существу.